Женский центр «Гидаят» организовал незабываемый вечер для женщин в честь своего 5-летия под девизом «Образованная женщина – нравственное поколение». Мероприятие было организовано при поддержке Министерства по национальной политике и делам религии Дагестана, а также Муфтията Республики. Подробности в нашем сюжете. Юбилейный вечер женского центра совпал с благословенным месяцем Рабиуль-Аваль, в котором родился пророк Мухаммад. Мир ему и благословение. Мероприятие такого масштаба проводится уже второй год подряд. Мы в центре «Гидаят» не как на работе, а как в нашей своей большой женской семье находимся. И мы любим друг друга как родных сестер и наших детей. Вечер традиционно начался с чтения сур священного Корана ученицами женского центра. Юбилей прошел в теплой душевной атмосфере. Воспитанницы центра не только прочитали стихотворения, спели нашиды, но еще и продемонстрировали поучительную театрализованную сценку под названием «Свет очей», посвященную лучшему из людей, а именно таким считают своего пророка мусульмане. Постановка повествовала о том, в каком невежественном состоянии находились люди до появления пророка, мир ему. Ассаламу алейкум, брат. Алейкум ассалам. Показала нам, что появление пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это наше спасение. Основа этого обучения, далеко не каждый из нас живет по сути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Мероприятие наверняка запомнится всем гостям и участникам. Без заряда положительных эмоций не остался никто. Преподаватели, они нам как родители, наши воспитатели, они обучили нас всему. Вот для чего я поступала, искала истинную религию, то есть истинные знания получила здесь, плюс воспитание к тому. Много знаний получила, и эти знания стараюсь передать другим. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ «Махачкала».